этот народ и верил в его будущее. Штирлиц часто вспоминал тот день, когда в первый раз увидел Тельмана. Тельман шел впереди колонны демонстрантов, и рабочие со всех сторон охраняли эту колонну. Быть солдатом революции – это значит хранить нерушимую верность делу. Такую верность, которая проверяется жизнью и смертью. Так однажды сказал Тельман. И Тельман был верным солдатом революции. Он до конца боролся за счастье своего народа. Нигде в мире, подумал Штирлиц, полицейские не любят командовать так, как у нас. У нас? Штирлиц вдруг поймал себя на том, что так он подумал о Германии, о немцах, и удивился. Парадокс. Вы что, не видите? Машины ждут! Люди ждут! Конечно же, нет. Он давно жил в Германии, знал этот народ и верил в его будущее. Штирлиц часто вспоминал тот день, когда в первый раз увидел Тельмана. Тельман шел впереди колонны демонстрантов, и рабочие со всех сторон охраняли эту колонну. Быть солдатом революции – это значит хранить нерушимую верность делу. Такую верность, которая проверяется жизнью и смертью. Так однажды сказал Тельман. И Тельман был верным солдатом революции. Он до конца боролся за счастье своего народа.